Спортивный зал 10-й казачьей школы сегодня превратился в маленькую атамань. Здесь целое подворье, в котором быт и уклад жизни казачьих семей. Даже живой кролик и курица есть. Все это декорации к свадебным обрядам. Настоящие казачьи свадьбы здесь сегодня играли в рамках городского конкурса на лучший казачий класс, один из этапов которого – показать традиции кубанского казачества. Школа выбрала свадебный обряд как один из самых ярких. Все традиции у нас зародились в 18 веке, я уже говорил, да. Для станицы это была целая... Мы будем говорить, целый праздник. Начинался со сватовства, приходили свататься. И потом пошли прощание с невестой. Потом у нас с вами концовка будет, это повивание невесты должно быть. Какую часть свадебной церемонии показать? Сватовство, застолье, выкуп, рукобитие. Каждый из классов решал сам. Было видно, дети к заданию подошли ответственно и тщательно изучили вопрос. Свои постановки показала начальная школа. Сыграли 6 свадеб. Завтра свой вариант казачьей свадьбы представят старшеклассники. Ну а лучшие, их выберут жюри, в составе которого настоящие казаки, будут представлять Сочи уже на краевом этапе конкурса в Краснодаре. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.